Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит. Меня зовут Виталий, и я продолжаю проходить события Охотников за привидением, часть вторая в игре Into the Dead 2. Остановился я, если мы помним, на третьем уровне. Что-то у меня тогда не задалось, и как-то, я не знаю, сложновато было мне почему-то его пройти. Надеюсь, сегодня, конечно же, это сделаем. Так, переходим в третий уровень. Так, выбираю я, ну, не знаю, из зоны в этот пистолет, чтоб мне лучше. Давайте, наверное, все-таки ускоритель, излучатель бозонов и вперед. Так, теперь надо быть очень осторожны. И главное, чтобы у меня перед фейсом не бегали мои же напарники. Потому что иначе хреново все видно за ними. Блин, ну в эту стену тоже не сильно хотелось бы упираться. Так, патроны есть. Обходим. Оу, чуть не попался. Патроны, патроны, берем. Так, а у меня есть только один выстрел с этого бозонного коллайдера, да? Че, как он там называется? Оу. Ребята, ребята, тихо, тихо, тихо. Блин, рано выстрелил, а? О, это плохо, 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 тихо, тихо. Так. Осторожно надо быть, очень осторожными. Есть. Вот она, быстрее к лестнице. Уф, увесистая зараза. Твою мать. Спокойно, Питер, я тебя держу. Спасибо, дружище. Никаких проблем, все будет хорошо. Вот только она рванула, блин. А как же они теперь спасут Уинстона? Ну что, переходим к четвертому уровню. Будем, получается, здесь, наверное, сейчас снова искать какой-то способ спасти Уинстона. Потому что приспособление, благодаря которому должны были это сделать, они только что его уничтожили, разбили. Так, ускоритель частиц, изучитель бозонов. Так, так, чтобы выбрать. Ну, давайте бозон. Нет, давайте не бозона. Нет, давайте, наверное, ускоритель частиц. Кстати, генератор ударной волны. Мы, по-моему, им уже пользовались, да? Все, вот так вот возьмем. Безнадежно. Даже если бы у нас были детали, мы все равно не успеем починить эту штуку. И что теперь? Все пропало? Я все равно отправлюсь туда. Рэй, дружище, Иган сказал, что без третьего усилителя портал будет очень нестабилен, помнишь? Не обязательно. Если мы перезагрузим систему энергии, может хватить, чтобы держать портал открытым. Какое-то время. Что значит какое-то время? Ну, после перехода, думаю, у нас будет минимум 20 до полного схлопывания портала. Лучше не придумаешь. Ладно, дружище, мы с тобой. Пора браться за дело. Спасибо, парни. Эй, секундочку. А обратный отсчет? Получилось. Кто-то должен пойти первым, испытать портал. И все смотрят на
стажера на меня. Так, ну мы, получается, прибыли в этот мир. Не будем мешкать, нужно найти Уинстона. Так, ну здесь попросторнее будет, нежели в предыдущем раунде. Есть где... О, я вижу патроны. Оу! А чё он не сдох? Блин, чтобы убить вот эти желтые, надо в них подольше стрелять. Так, поменяю. Опа-на. Так, взял патроны. Будем стараться больше их как-то увиливать от этих тварей. Ой. Много-много их. Ого, слушайте, ну тут их реально до хрена, чуть не цапнули. Оу! Блин, где патроны все? Вижу. Блин, ну я до них не доберусь просто-напросто. Капец, я все, я остался с голыми руками. Нет, куда ты прям под меня? Блин, один выстрел, это вообще вот сейчас его использовал. Твою мать, нехай. Ребята, отбивайте их от меня. Бей, 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 бей. У меня всего один выстрел, вот он. Ай-яй-яй, вот этот может сейчас меня цапнуть. Сейчас может меня цапнуть. Это все. Блин, в самом конце, из-за того, что тупо нету патронов. Так, пробуем еще. Так, ну тут их сразу появилась херовая куча. Но мне нужны вот эти вот патроны. Блин, я застрял. Блин, ниоткуда не возьмись, появилась в рот ебись из той долбанной стены, за которой я проиграл, блин, только что. Так, будем стараться обходить по максимуму. Тоу, тихо, тихо, ребята, тихо. Блин, вот эта тварь, конечно, желтую пока загасишь и все патроны потратишь. Так, я вижу патроны, они мне, в принципе, нужны. Оу-оу-оу-оу-оу! Вот это мы только что круто, конечно, обошли. Есть. Давай, давай, не дайте меня сожрать! Блин, хватило бы вот патронов в прошлый раз. Блин, сейчас бы вот такого вот говна не было бы, блин. Так, вижу фигню с патронами. Я надеюсь, что я на нее попаду. Да, попал вроде бы. Вали, вали, вали. О, чёрт, я не туда куда-то залез. Вообще, причем не туда. Сдохните. Так, вот эти патроны мне нужны. Да ладно. Так, ну, ребят, попытка не пытка. О, как они хорошо сразу все начали, а? Так, ну, патрончики нужны, собственно. Я чё-то не туда заперся, мне кажется. О-о-о-о! Перезарядка, мать твою! Давайте туда кинем.
Ух, как их тут реально много, а. Так, мне вот это все нужно. Давай, 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 ребята. Твою мать. Так, вижу, вижу, где есть патроны. И они мне нужны очень. Причем, блин, не смог взять их. Чё так, блин? Главное, чтобы за жопу опять не взяли. Ой-ой-ой. Держитесь, держитесь. Стреляем, стреляем. До последнего, блин, чтобы на последних секундах не взяли. Есть. Уинстон! Уинстон! Я потерял сигнал. Слишком много помех. Что это? Ух ты, хорошие песики. На твоем месте я бы держался от него подальше. Ну что, друзья, вот такая вот у меня на этот раз серия, поэтому продолжение будет уже в следующем видео. Если вам понравилось видео, то обязательно жмем лайк, подписываемся на мой канал, кто не подписался. Всем спасибо и ждем следующей серии.